Это сиеста. И что она больше всего на свете любит, так это... Читать. Читать? Да. Но у нее есть маленькая проблема под названием... Нарколепсия. Я все время засыпаю. Мне снятся монстры и гигантские десерты. Торты, пироги, злодеи, мутанты. Герои-астронавты, взрывы и битвы. Круговерть. Таинственный мир. Какая досада, сиеста, ты все время засыпаешь. Нарколепсия. Мне снятся мерзкие жуки, они гадкие очень. Пора отомстить им. Мои суперсилы, вовсе я не сплю. Я главный герой всех этих приключений. Та-дам! Ну да, наверное, видишь себя принцессой в замке с принцем. Ненавижу принцесс. Неужели? Какой кошмар! Там ужас, ведьмы, вампиры и демоны. Мне не страшно, с фантомами мы дружим. Гром и молния тоже не пугают. Это просто стрелы титанов с Олимпа. Сиеста не хулигань, мы не любим насилие. Нет. И напомню, у тебя нарколепсия. Молодец. Сиеста. Сиеста. Горбун из Нотр-Дама, автор Виктор Гюго.